러시아의 어느 조그만 도시. Вера, деньги где? Какие? Я в серванте под полкой прятал. Ты где? Не видишь, меня трясет. Коля, я тебе клянусь, не бей. 임대 아파트에 사는 남자는 마약을 살 돈을 찾습니다. 곧장 딸에게 향하는 남자. 그때 온수 배관이 터져버립니다. 몇 시간 후 도시의 수속 배관공인 디마. Ты правда думаешь, что сдашь? Все говорят, там платить надо. Ну попробовать надо. Бать! Опять ломаю. Не, на Сахалине. Ну сколько можно гонять, толку ноль. Да, сколько можно ремонтировать? Апатуи 공연 벤치를 또 망가뜨린 십대들. Да бросьте вы эту лавку. Чего с ней возитесь? Вон уже суду надо брать. Мам, ну я же говорил, мне за семестр платить надо. Один кулаком в грудь всю жизнь бил, и другой собирается. Третий десяток уже золой на кране своем дышит. Что тебе от них это надо? Нам чужого не надо, нам чужого не надо. У нас вон ни чужого, ни своего. 엄마의 등살에 밖으로 나온 아버지는 공용 벤치를 또 수리합니다. Бать, ты не слушай ее. Мужики в кучку шифруются. Я говорю, это же чужое. Все дураком считают. Не воруешь, работаешь. Лавку каждый вечер ремонтируешь. Димка! Ты звонили, на вызов собирайся! Ладно, пойду я. Давай. 잠시 후 온수 배관이 터진 임대 아파트로 온 디마. Пошла ты, стерва. Терпел, не отпускает, сунулся, денег нет. Забирать его. Ему на работу завтра. Опять без премии оставил. 잠시 후. Стена несущая. Блять. 경찰들이 돌아가고 디마는 놀라운 사실을 알게 됩니다. 50년이 넘은 임대 아파트는 균열이 가고 기울어져 붕괴 직전이었죠. сюда идите. Здесь вообще капремонта было у вас, нет? Пожарным дали, чтобы не рыпались. Включайте воду и по домам. 늦은 밤이었습니다. 디만 아침에 일을 보고하기로 하고 집으로 돌아갑니다. 하지만 거림직한 기분이 들었습니다. 몇 시간 후 잠들지 못한 디마. куда это ты намылился? Девятиэтажного дома. Больше суток не простоит. На улицу ночью. Это ж... Да, здравствуйте, это Дима Никитин. Да, простите, что так поздно. С мэром. Это срочно, я не шучу. 그는 곧 아파트가 무너질 거라 확신합니다. 잠시 후 시청의 연회장으로 온 디마. 그는 무작정 시장을 찾아갑니다. Это Дима Никитин, ЖКХ, бригадир ремонта. Аварийная ситуация в одном из общежитий Амикрорайон. А дело может кончиться большим количеством смертей в ближайшие часы. Главных собираем в малый зал. Ну и просто пьяные все, Саяпин. Прозвонись! 잠시 후. 도시의 각 분야 책임자들이 모였습니다. Просвещай. Нина Сергеевна, в микрорайоне А, в 32-е общежитие. Да дело не только в трубах. Они лопнули из-за смещения несущих стен. Ну а как это не было? Речь идет о том, что здание может рухнуть в любую минуту. Там две огромные трещины через все несущие, с 1 по 9 этаж. Ты сам-то в этом разбираешься? Да, я сейчас в строительном на втором курсе учусь. Коэффициент устойчивости 9-этажного здания не допускает крена даже в 5 градусов. Крен уже за пределами допустимого отклонения. А учитывая угол отклонения, не вдаваясь, не простоит больше суток. Сколько их там? Тысячи? 820. Которых нужно расселять. Вызывайте комиссию из области, пусть они проверяют, пусть они принимают решение. Ты на капремонте отрезал. Я не проследил. Нам обоим нет, тюрьма! Его. Дом сам собой вырос. Чего варежку открыл? Тебе про твой дом рассказать или вот про его? Как мы тут вообще выживаем? Журналюги приедут, полетимся как фанера над Парижем. На его пожарки полетим. Утихли! Так, поезжай давай с ним. Если все, как он говорит, ну... Пойдем, Баламут. 아파트를 보수할 돈을
모두 빼돌려버린 그들. 디만 임대주택 책임자 그리고 소방서장과 함께 아파트로 향합니다. вот. По осени от дождя грунт проседает. Ты строитель? Пойдемте. Мы в ванную пройдем? Конечно, конечно, проходите. Сначала трубы, а потом этот взбесился. Его бы забрать, а менты перекрыли, а не постирать, не заготовить. 옥상으로 온 디만은 아파트가 심각하게 기울어진 것을 그들에게 보여줍니다. Идите сюда. Криво кдылто. Димае маре доняге деотчо. Ханпён сижанг. Нина Сергеевна, а что мне с гостями-то делать? Звук погромче сделай. Не поняли, что у нас бардак? Понял. Упадет, наверное. Давай людей выводить. Строили на скорую руку. Давно надо было расселить и снести к чертовой матери. Куда расселить, умник? Строить надо было, когда деньги давали. Пожадничала! Я половину бюджета в области откатываю. Машины, квартиры, дачи, жены в золоте. Чуть что, шишки на меня. А у кого здесь рыло-то чистое? Коррупция. Да тут вся страна на взятку. А делать-то что будем, а? Ну что угодно, до утра-то можно мозги проконопатить. Поеду вон к Сафронову в ноги брошусь, он целый квартал строит. Я ипчуал коммури. 없었습니다. 뭐, 나와이티, 너, делайте что-нибудь. 그들이 오랫동안 예산을 빼돌렸기 때문입니다. Так, документы все изъяли в машине. Если ты, конечно, новая стройка. Что по жилфонду? 260 миллионов. Ой. И вызови еще одну бригаду. Проверьте шланги. Снаряжение. Каждый врач и два санитара. Стойте! Стойте! Кого? Не знала, сказала ждать. 시장은 거주민의 대피를 중단시키고 건축업자를 찾아갑니다. Мне срочно нужно расселить 600 человек корпуса. Помоги. Откуда я тебя возьму? Паша, на пару месяцев. Очень надо. Помоги. Показы жильцам. Там никого не должно быть. Ну, землю за бесценок отдала. У меня 800 человек в этом аварийном здании. И упекут меня за хищение, как Сорокина. А меня не грохнет? Мне в 90-х инвесторы людей на части рвали. 시장의 친구였던 정치인. Тут вариантов нет. Из общаги никого выселять нельзя. Это твои деньги, стройки у Сафронова. Я сейчас видела, как он на тебя смотрел. Ну? Мои. Живые люди, урод. Закрой рот, сука. Давно ты о людях стала думать? А когда они по одному дохли, ты о них думала? Сплошные аварии. Нормальной работы нет. И зарплата 3 копейки. Что дальше делать? 한편 시장을 기다리는 각 분야 책임자. И откуда ты такой взялся? Там же люди живые. Живые люди! Может, им и надо на тот свет. И детям? Ты мне скажи, кто из них вырастет? 그때 경찰서장에게 걸려온 시장의 전화. 잠시 후. Эвакуируем жильцов. Ждем комиссию. Мои ребята сейчас вас довезут. Собирайтесь. Кенжальчай Тан. Собан Сожангва имдечутек чегимджа. Кригу Тима. Куда мы? 32-я в другой стране. А че не дергайся-то? Не туда едем. Заткнись ты! Я не понял, ты с кем разговариваешь? Ауи, страшная баба. Вот на нас двоих и свалит. А дом, говорю, на нас свалит. Вы что, мужики? Вы что, нас грохнуть хотите? Закрой рот и сиди ровно. 시장은 임대주택이 무너지도록 내버려두고 사람들이 죽은 책임을 모두 그들에게 돌릴 생각이었습니다. Да вы что, охерели, что ли? Парня отпустите. Сантехник, кому он нужен?
Иди. Засветишься и нас подставишь, найдем и убьем. Кусаильсэнгро саранан Дима. Где он? Есть. Собирайся, мать маги. Господи. Или живой остался. Уезжать надо надолго. Сейчас у соседа попрошу. Так не верну уж, мать! Эти деньги все, какие есть. Да ты прекрасный. Все. Господи. Диман ане адерль дерику. Джибль тонаммида. Сделали? Ханпен сижан. Добро. Давайте по домам. Сделали. Гель Сарген, все. Давай. Княнен 그들에게 불리한 모든 서류를 불태웁니다. 한편 디마. О чем ты думал? О людях, родная. И все твои жены и дети? И я на себя 800 смертей не возьму. Поняла меня? Общага, нету там никого. Спят люди. 시장이 그들을 구하지 않기로 결심한 것을 알게 된 디마. Ни ментов нет, ни пожарки. Ты че как ребенок? Бери Антона и уезжай. Это как, это без тебя, что ли? Да, я остаюсь. Ты не понимаешь, они людей не выводят. Ура, да ты что делаешь? Там сотни живых людей, сотни. Они нам никто. Маша, хорошая моя. Неужели ты не понимаешь? Он 사람들을 구하기 위해 아내와 아들을 떠나보냅니다. 잠시 후. Ты почему здесь? А я дурак! Сейчас. Если поймают! Сейчас уезжайте! Ты чё? Сейчас мимо общаги ехали, ничего не происходит. Галаканова концы обрубает. А ты уверен, что дом рухнет? Уверен? Да ты чё, бать? А ну, погляди на нас с матерью. Собачимся каждый день. Очень хотел от смерти сберечь. Тебя же того, гляди, грохнет. Уезжай, сынок. Никогда тут. Никогда. 평생 정직하게 살아서 바보 소리를 듣는 아버지의 조언. 하지만 디만 아버지의 조언을 따를 수 없었습니다. Дом падает! Выходите на улицу быстро! Что случилось-то? Дом падает быстро! Оля! 그는 각층을 돌며 건물 안의 모든 사람들을 대피시킵니다. 그리고 사람들이 건물 밖으로 나갔다는 확신이 들자 그는 복잡한 감정에 눈물을 흘립니다. 네 побоялся. Смотри, сколько людей спас. 디마를 믿지 않는 사람들. 그들은 디마를 집단 구타하고 건물로 들어가 버립니다. 그들에게 맞아 기절한 디마를 보여주며 영화가 끝이 납니다.